Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков ежегодно. Однако сейчас она впервые продлится целый месяц, с 1 по 30 июня. Задача этого масштабного мероприятия – вовлечь население в активное сотрудничество с наркополицейскими. По обращениям граждан будут незамедлительно приниматься самые жесткие меры. Хотелось бы обратиться к гражданам нашего города, гражданам нашего района о том, чтобы они не остались равнодушными к той проблеме, которая в настоящее время стоит очень остро, это проблема наркомании, и не стеснялись и звонили к нам в службу на телефон доверия и сообщали какую-то имеющуюся информацию относительно мест сбыта наркотических средств, мест потребления наркотических средств. Вся информация, которая поступит нам за период проведения акции, будет проверяться в рамках оперативно-розыскных мероприятий. И если информация найдет свое подтверждение, то, соответственно, будут приняты меры на основании действующего законодательства Российской Федерации. Телефон доверия 8-й службы ФСКН, на который можно позвонить и оставить информацию, будет работать круглосуточно. Причем представляться тому, кто звонит, совсем не обязательно. Даже если информация будет анонимной, то она все равно будет отрабатываться. И, как я уже сказала, если найдет свое подтверждение, то будут приняты меры или соответствующее реагирование. К сожалению, несмотря на кажущуюся простоту, использовать такую возможность и позвонить наркополицейским напрямую люди не торопятся. И виновата в этом вовсе не инертность человеческого мышления, а более прозаические вещи. Например, страх. Очень многие люди, они боятся. Боятся звонить, боятся приходить. Не надо бояться. Все мы осуждаем, да, всех людей, которые употребляют, особенно которые сбывают, вовлекают... особенно несовершеннолетних, да, в употреблении наркотических средств. И если мы хотим жить в городе, в котором нет места наркотикам, либо хотя бы снизить уровень наркомании в нашем городе, в нашем районе, то давайте активнее просто бороться вместе с этой проблемой. Всем понятно, что у каждого подъезда сотрудников ФСКН не поставишь. Возможности службы по контролю за оборотом наркотиков велики, но не безграничны. Поэтому одинцовские наркополицейские очень рассчитывают, что нынешняя акция «Сообщи, где торгуют смертью» найдет самый живой отклик у жителей нашего района. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».